Для приготовления долму используют подготовленный фарш, чаще всего долму делают из говядины или свинины. Попробуйте сделать долму на основе куриного мяса, вам должно очень понравиться. Установить, где именно впервые стали готовить долму, практически невозможно, она была популярна среди народов Османской империи, ее готовили и готовят в России, Турции, на Балканах, в Азербайджане, Армении, Грузии, Египте, Греции и многих других странах всего мира. Долму относят к восточной кухне, чаще всего под этим название понимают мясное блюдо в виноградных листьях, листья тоже особые, но обо все по порядку. Читайте мой рецепт, как приготовить долму в виноградных листьях. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Куриное мясо перекрутите в фарш, мелко нарежьте репчатый лук, слегка проваренный рис, полусырой, откиньте на сито, дайте стечь жидкости, остывший рис добавьте к фаршу. К фаршу добавьте соль, специи к восточным блюдам, вбейте 1 яйцо, вымешайте хорошо фарш, вот фарш для долмы и готов. Для приготовления долмы в магазинах продают подготовленные листья. Я беру листики, заготовленные мною с лета, у меня мороженые листья винограда, без соли, вымачивать их не нужно. Если ваши листья приготовлены в рассоле, их нужно предварительно вымочить, чтобы удалить лишнюю соль. На листик винограда обрежьте ножку листика, выложите котлетку из подготовленного фарша. Заверните так, чтобы листик плотно закрыл котлетку, почти конвертиком сворачиваем. Подписывайтесь и ставьте лайки. У нас получается большое количество долминок. Уложите их в кастрюльку, залейте водой или куриным бульоном. Поставьте на плиту, на низком огне варите около 40 минут, помешивать или вмешиваться в процесс приготовления не надо, бульон у меня был соленый, соль я уже не использовала, фарш мы солили отдельно. Когда блюдо будет готово, выкладывайте на тарелку только саму долму, бульон юшку я уже не использую, отдельно подайте сметанный соус. Вкуснее тем, кто подпишется. Какие продукты будут нужны? Куриное мясо, 800 грамм, рис, 4-5 столовых ложек, в сыром виде, рис следует отварить до полуготовности. Репчатый лук, 1 штука, большая, виноградные листья, 30 штук. Бульон куриный 1 литр. Количество порций 1-5. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачи!